Доброго здоровья, Три Пискаря желает всем смотрящим сейчас это видео. Осетрово-сиговый участок. Поговорим с одним из рыбаков, приехавшим специализированно на сига. Добрый день. Добрый. Вы как раз собираетесь? Да, хватит. Хватит. Хорошего понемножку. Хорошего понемножку. Да, да, да. Расскажите, пожалуйста, как вы ловили сегодня сига? Я смотрю, тут и осетрик есть у нас в улове. Да. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Ну, как обычно, опарыш, мотыль. Опарыш, мотыль. Да, и поплавочек зимний. И на опускание. Срабатывает хорошо на опускание? Да, 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 да. Что-нибудь скажете вообще о времени, проведенном на осетрово-сиговом участке? Сколько я вот был на разных водоемах, но Три Пискаря, это сами знаете, это Forever Young. Из всех, как я ездил на Три Пискаря, так и буду ездить. Всем удачи. Мы в свою очередь хотим пожелать вам на воде ни хвоста, ни чешуи. Да, спасибо. И всего доброго. До свидания. До скорых встреч.